Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом. Это не новый проект, он уже работает несколько лет, то ли с 2013 года, то ли с 2014 года. Работает, платит, все замечательно. Называется PaidWords из серии BabMonet. Так сказать, ветеран вот этих баб-монет. Значит, я здесь уже как бы давно зарегистрирована, друзья. И он такой немножко с заморочками. Я не стала как бы сюда сильно вникать. Я его удалила. Потом я зарегистрировалась. Вот проект есть на предстарте от ПТС-шары. Вот здесь информацию начала читать. Потом... Ну, я как бы есть в этом проекте. Опять я сюда зашла. И уже начала я разбираться. Я и пароль забыла, нажала забыть пароль. Мне письмо пришло на почту, сбросила пароль. Ну, все замечательно. Поддержка отвечает, все хорошо. Ну, да ладно. Вернулась я в этот проект, не без этого. Мы здесь работаем без вложений. Я делюсь информацией. Хотите, заходите. Не хотите, не надо. Это, как говорится, дело хозяйское. Как я уже сказала, без вложений. Собираем мы баб монеты. Вот здесь Paid ADS. И что? Давайте начну как бы так немножечко по порядку. Мысли путаются в голове. Вот здесь регистрация очень простая. Думаю, проблем с регистрацией не будет. Придет на почту письмо. Подтвердите письмо. Далее вот здесь, где вкладочка вот в правом углу, будет ваш логин. И нажмете вот на вот эту галочку, и вот реферал, вот это, здесь будет находиться ваша партнерская ссылочка. Сразу вам покажу. Вот это ваша партнерская ссылочка. Вот она. Так. Далее что? В обязательном порядке, вот здесь в углу опять About, нажмете и прочитайте всю информацию. Перевод на русский. Это в обязательном порядке. Вот видите, баб монеты. И вот здесь также уровни. Так. И чтобы я вчера закинула сюда сначала $1. И как бы для я хотела как бы увеличить вот эти баб монеты вот в первую группу. Ну, как я работала методом тыка вчера, я немножечко не так сделала, но тем не менее я это, у меня не пропал этот доллар. Как бы я разместила рекламку, потом закинула уже второй, начала вот это читать. Так, бонусные рекламные очки так определяют ранг среди других участников. Так, и что здесь нужно, чтобы увеличить, как бы, чтобы было группы здесь, да, 15 групп. Я вот в первой группе. И, ну, как я сказала, можно без вложений, вот нулевая группа. Массовая, ссылки массовые. Там очень много этих ссылок, сами уже здесь прочтете. Так, возвращаясь в информационную панель. И вот здесь Bio ADS. Так, вот у меня русский. Вот купить объявление. Нажимаете на эту галочку. И вот здесь очень много рекламы, какой вы хотите. Но чтобы увеличить, вот это надо массовая реклама. Именно она увеличивает баб монеты. Вот я сначала, не помню я какую нажала, закинула, а потом уже массовая реклама. И вот я в первой группе. Так, далее, что еще? Как просматривать платные вот объявления? Нажимаю платные объявления. И вот мои платные объявления. Смотрите, вот это мои как бы платные объявления, то, что я заплатила $1. Так. И, а это вот баб монеты. Сейчас поставлю на оригинал. У меня, обращаю ваше внимание, баланс по нулям. Баб с монет этих 2552. И я вам покажу, как просматривать рекламки. Нажимаем на зеленую вкладочку, нас перебрасывает на страничку, и мы сначала разгадываем
капчу фолдер. Если кому непонятно, здесь, конечно, капчу можно перевести. Я вот так делаю. Перевожу на русский папки. Ну, вот папка, вот это фолдер. Нажимаю утвердить. И идет отсчет времени. Это уже у меня как бы на русском языке. Так, нажимаю закрыть окно. Перебрасывает опять меня в кабинет. И смотрите, вот у меня уже на баланс капнула копеечка, так? Далее, это платные объявления. Теперь баб-монеты, посмотреть баб-монеты. Также нажимаю. И сейчас появится реклама. Так, портфель. Нажимаю, у меня русский язык. Нажимаю утвердить. Идет отсчет времени. Вот этот. И что? Я вот начала в этом проекте. Вот этот проект, у меня есть видео по нему. Вот PyTwerts, это они открывают второй проект. Это будет упрощенная версия. Так что это супер. То, что мы на самом начале. И вот я просмотрела вот эту рекламку. Все, меня обратно перебрасывает. Так, вы же работаете без вложений. Просматриваете, если, ну, это, если вы захотите присоединиться. Вот баб-монетки эти накапливаете. Вот, и будет у вас одна ссылочка. Вот, как бы, денежная, да? И со временем это все будете раскручивать, раскручивать, все больше и больше будет ссылочек уже. И как бы, ну и выходить на как бы платные кошлинки. Здесь вот это у них идет, тут еще есть вот это достижение. Ну, я на этом не зацикливаюсь, мне это не надо. Я вот просматриваю платные объявления, сетку я не смотрю. Это тоже, типа, офервал, тоже сюда не лезу. Ну, и, в принципе, на этом все. Только, так, ну, есть баннеры, конечно, русского языка здесь нет. Английский, польский, испанский. Есть группа на Facebook у них. Поддержка отвечает. Я хочу написать, обязательно напишу в поддержку. Хочу узнать, потому что я не нашла, как бы, ответа на свой вопрос. Минимальный вывод. Но я так подозреваю, тоже от 5 долларов, мне так кажется. Ну, я как бы напишу, мне ответят, и я в комментарии под видео уже напишу и закреплю как бы свой комментарий. И ну и здесь вот уже как бы вот достижения не надо, баб-бонусы, это реферальная ссылочка. Так, ну и здесь кассир. История баб, история баланса. Тут уже сами посмотрите. Вот такой вот проект. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, друзья, неинтересно, проходим мимо. Вот. Будет что выводить. Естественно, буду делать видеообзор. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.